Рахим это ГЭС или добро пожаловать. Областной Сабантуй – это когда жара не помеха, скамеек сколько ни делай, а все равно мало, и музыкальных коллективов всех не перечесть. Аипова Азалия из Новоспасского района. Она 5 лет занимается в местном самодеятельном кружке. Родные татарские песни – ее конек, и особенно про малую родину. Это песня про деревню, чтобы люди возвращались в деревню, не забывали свои родные дома, родители, чтобы навещали их. Ну а главное – праздничное пиршество на большой сцене. Здесь высадился внушительный творческий десант. Самобытные татарские коллективы меняли друг друга, зато не менялась праздничная аура Сабантуя. Не меньшая популярность и у игровых площадок. София Мусаткина – любительница национальной забавы. Орудуя мешком сена, она опрокинула всех противников на бревне. Ее сверстники как ни пытались, но совладать с ней не могли. Ты вот так облокачиваешься на вот эту вот сидушку и сидишь, и не падаешь. Боишься всегда упасть, прям так дрожишь вот так вот и пытаешься убить его этим мешком. Наиль Саддинов хоть и молод, но голова его получше всякого компьютера. Мальчик умело просчитал число шагов до горшка, а затем сбил его вслепую шестом, получив награду мозаику за честность. А потом уже мне через платок было очень видно. Взрослые, как и дети, также участвовали в играх и забавах. Всех победителей стимулировали либо угощениями, либо призами. Желающих обрести подарки было хоть отбавляй. Я участвовала в игре соревнования. Перенести воду на коромысле. Нужна быстрота, сила и умение не расплескать воду. Мне кажется, в любом настроении придешь, хоть в отрицательном, хоть в положительном. Здесь позитива наберешься до следующего года, наверное, до следующего Сабантуя. На Сабантуе много развлечений. Кто-то катался на старинной карусели Кемит, она работает вручную. Мужчины больше следили за скачками на ипподроме, а еще за поединками. Борьба Кареш в особом почете, ведь на кону увесистый барашек. Но Сабантуй изменился, очень красиво стал, народ больше стало. И народ, народ российский, это и татары, и чуваши, и мордовары. Русских также много было на празднике. А это еще одно доказательство, что Сабантуй объединяет российские народы, а еще крепит государственность. Я приехала из города Мурманска, попала на замечательный татарский праздник Сабантуй. Очень весело, очень много народу, организовано просто замечательно. Нам, ребята, делить нечего. У нас одно государство, одно общее дело. Мы к нему идем. Размаху Сабантуя можно было лишь завидовать. Кроме площадки на ипподроме, работали национальные палатки в Парке Победы. Угощения, сувениры, литература – все это в изобилии на празднике. Ну и последнее. Ульяновский Сабантуй – лишь одна из площадок на географической карте этого праздника. Надо понимать, что пока наша съемочная группа работала, аналогичные торжества проходили в Вашингтоне, Нью-Йорке, Сан-Франциско, а также Праге, Риге и Ташкенте. И с не меньшим размахом. Эдуард Истомин, Александр Абрамов, Вести Ульяновск.